Малыши растения против малышей зомби. Как мило, да, ребята, посмотрите на это. Офигеть. Хоба, всем здорово, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби 2, и это модификация Эклиз. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Конечно же, братишка, залетай. В Телеграм ссылочка будет в описании, это нужно. Давай, не ленись. В общем, мы продолжаем, и у нас такая имба. Боже мой, ребята, что мы получили? Это же дракончик. Это же дракончика мы с тобой открыли. Какой он крутой. Но урон, конечно, стоит ему, я думаю, повысить. Потому что, ну, что-то как-то... Выживи так. Spend 1000 sun to break status before the final wave. Ой, блин, начинается. Начинается, ребята, челленджи, все дела. Ну ладно. О, нам тут сразу притом дают. Окей. То есть надо нам потратить солнышки. Здесь все, микро... Ага, окей, окей. Маленькие подсолнухи, ребята, и ледяные. Господи, ну что это такое? Ну вы серьезно? Блин, ну это забавно. А как мне выработать? В смысле, как мне... А как мне выработать столько? Я что-то не... О-о-о-о, смотрите! Посмотрите на них, они маленькие! Мини-грохострелы! Мини... против мини-зомби! Тьфу ты, блин! Господи, ребят, как это мило! Вы посмотрите! Так... О! Малыши, а смотри, сколько дают! Ой, он нормально! Офигеть, он хорошо прям... Так, замораживающего давай. Давай, давай, здесь точно надо вот так вот сделать. Офигеть, ребята, это топ, это топ. Так, сюда. Дружище, я, конечно, все понимаю, но ты это, давай-ка отойди. Я какой для него здоровенный просто, смотри. Посмотри просто. Но нам нужно, видишь, еще косарь потратить. Малыши растения против малышей зомби. Как мило, да, ребята, посмотрите на это. Офигеть. Так, ну тут уже надо все-таки, наверное, большого подключать. А эти картофельные мины, ребята, вообще как козявки такие, ребята. Блоха какая-то, посмотри на это. Так, 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 так. Пора бы и тут поставить нам, на самом деле. Ребят, смотри, маленький зомби, нифига себе, тебе не многовато будет? Ты чё, дядя? Ты чё так жрёшь-то хорошо, уверенно? Погоди, погоди. О, хорош. Так, тут надо напоставить, отлично. А, офига, он в первую очередь жрёт. Блин, 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 блинский. Сложно, сложно, ребята, сложно. Нет, 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 стоять, дядя. Капец. Ладно, давай, давай, наверное, переиграем. Или, да, 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 давай переиграем, блин. Слушайте, это просто офигенно. Это просто офигенно. Какой челлендж крутой. Я думал, ну, обычный такой, как бы. Ну, что там, 1000 солнышек надо накопить. Ты посмотри, что тут здесь происходит. Блин, это очень круто. Так. Та-ра-да-ра, та-ра-да-ра-да-да. Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Надо куда-то поставить. Так, давай сюда. Давай сюда. Сразу ночь у нас типа наступает. Так, давай. А, вот здесь поставим. Все, расставляем, 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 ребят. Та-та-ра-та-там. Есть. Так, сюда поставим этого. Хорош. Слушай, это офигеть. Слева ты должен один кассон. Да, да, я знаю это. Это знаю. Знаю, понимаю. Так. Сначала нам надо просто что-то хотя бы накопить. Ребят, иначе будет все плохо. Так. Все, тут скопили. Сейчас
Да. Блин, это так мило, ребята. Вы просто посмотрите на это. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот самое жесткое. Вот чуваки с газетами меня больше всего бесят. Видишь, что нам надо? Так, сюда. Давай. Тихо-тихо-тихо, жрет, да как жрет! Посмотри, Макар, спасибо тебе за тортик, спасибо тебе огромное. Так. Что-то он как-то хорошо прям хавает. Погоди, 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 дружище! Дружище, погоди! Ля, еле как вынесли, прикинь. Ну так прикол. Так, тут мина нас спасла. Нет, 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 только не он! Только не он, ребята! Так, остановись. Он все... Ля, он бежит и бежит, и бежит, и бежит, и бежит, и бежит! Ребята, у нас тут проблемка. Боже мой, этот челлендж, я не знаю. Ой, мама, ну чё ж так сложно-то все, а? Ну, ладно, хорошо. Пипец. Так, сюда ставим, и тут надо еще один горхострел. Боже, уже половина прошла, а нам нужно еще... Смотри, сколько нам нужно, 1К! Где мне столько бабок-то взять? Вы шо, ребятки? Блин, что-то надо делать, что-то мутить, ребята, что-то мутить. Лавеха нужна. Вот сюда ставь, подсолнух, еще один. Халявный. Ребята, ребята, вы давайте, мне нужны деньги, пожалуйста. Ого, этот маленький зомбенок выглядит очень большим по сравнению. Так, есть. Все, разрушаем, ребята, разрушаем потихоньку. Отлично. Нет, только не это говно. Придется потратиться. Блин. Банк. Отлично. 75, 75, быстрее, бырей! Да у меня нету столько бабла, баблишка! Так, давай, 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 нужно еще, обязательно. Бро, нужно еще. Так, ну пусть они грызут, пусть они грызут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, этот капец нажирает там. Хомячит. Боже ты мой. Так, сатен есть. О, боже, половина. Блин, ребятки. Есть. Может и есть шанс у нас еще. Ребята, ждем, 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 ждем. Должны, должны. Болейте, давайте. Ребятки, все будет хорошо. Так, есть. Окей. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Еще, 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 еще. Мне еще нужны. Так, сатен. Так, 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 отлично. Чуточку остается. Ну же, ну же, ну же. Братишка. О, нет, нет, нет. Ну там до окончания вроде как они до волны. Фу ты, блин. Ну почти, почти, ребята, почти, офигеть. Куля, спасибо тебе огромное, офигеть, спасибо тебе огромное, братишка. Ух, спасибо за лайки, спасибо, очень-очень приятно. Так, ребята, сейчас, секунду. Так, 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 все, мы еще раз повторить, ребятки, повторить. Ну это просто жесть какая, посмотри на это. Тяжеловато. Это тяжеловато, ребят. Блин, ну мне нравится. Мне нравится, ребят. Там-п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 ам. Так, где пойдет?
остановим его вот так вот. Я не знаю, можно как-то вот так их, видимо, останавливать, ребят. Так, отлично. Ну, стена орехи нам обязательно понадобится. То есть, давай-ка, наверное, сюда вот потихоньку ставим их. Естественно, вот эту штучку надо поставить. То есть, пользоваться всеми возможностями, понимаешь? О, это сюда, давай. Так, отлично. Так, и тут газетчик тоже есть, но тут, я думаю, мы справимся. Так, мини-мина. Пойдет. Тут мы уберем. Нам как минимум надо два редка. Отлично. Хорошо. Ничего. Все, я собрался, как ты видишь. Все, я собрался. Я должен победить. Давай, 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 братишка. Аккуратно. Тут мина. Оп. Бах. Отлично. Сюда. Давай, 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 братюнчик. Все, отлично, отлично. Все, теперь чисто копим, ребята. Бабло есть. Так, замечательно. Отлично, теперь копим. Мы в этот раз должны обязательно пройти. Да, тут, конечно, немного потрепанный какой-то у нас стена орех, но ничего, должен выжить. Что там? Бабло вольем. Так, есть. Хорош. Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Так, еще сатен сюда. Соточку, давай, 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 давай. Уже хорошо, хорошо идет. Так, сюда соточку вливаем. Так, вот это, конечно, мне не нравится, что там у нас на горизонте. Ну, может, все нормально получится. Не, наверное, надо придется поставить, ребят. Хотя, может, еще и нет. Так, вот это не очень хорошо, ребят. Сейчас может произойти плохо, плохо, плохо. Тихо, 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 тихо. Придется, наверное, поставить, ребят. Чуть у меня хп. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, 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 дружище, ну давай! Так. Блин, надо, наверное, все-таки доразрушивать. Пофиг, доразрушить надо. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Боже, давай! Давай там чуть-чуть! Да, да, мы это выполнили, боже, отлично! Так, хорошо. Хорошо, ребята. Ой, мне прям понравилось это. Теперь, ребят, ну тут можем... Так, поаккуратненько. Так, так. Отлично, хорош.
можем себе позволить. Все, прошли, охренеть. Вот засранец бежит, 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 бежит. А мы с тобой вот так. Да какой засранец, а? Не, ну должны, должны. Давай, стоп. Маленький, а засранец такой вообще дикий. Тихо. Гады! Паразит-то какой, а? Жрет и жрет и жрет и жрет. Смотри. Бам. Все. Ну, здоровенная такая горошина размером с его голову. А, ну один тут прошел, ну ничего. Все, хорош, ребят. Что за звук там такой был? Пройдено? Ля. Давай, пройдено. Пойдет. Пойдет, ребята, хорош. Еще и 15 конфеток, это вообще идеально, ребята. Ну, посмотрите. Все, замечательно. Так, продолжаем мы с тобой. И сейчас мне прям самое вот у меня интересное с дракончиком. Боже, ребят, вот вы не поверите. Просто, ну как же мне... Так, да ку... Дядя Дэйв, ну куда ты, безумный, безумный, ненормальный дядя Дэйв? Ну куда ты, выйти? Сюда мне нужно. Да, вот я вот это забираю. Отлично, конфетки есть. Теперь захожу сюда. Так. И у нас есть 49. Ну давай, должно, должно, ребята, повезти нам, правильно? Блин, офигеть, нужно 750 тысяч. Это жесть, это просто жесть. Бабосик. О-о-о! Пойдет! Слушай, уже 4, уже 4. Хорошо. Сейчас намного легче будет нам все-таки открыть мини-грохострел. Это шикарно, это прям шикарно, ребята. Теперь мы отправляемся 3.10. Давай, это, по-моему, последний практически уровень. Мы должны сейчас посмотреть, ребята. Баба. Давай смотреть, как мы здесь будем. А, значит так. Его надо все-таки, думаю, чуть-чуть-то прокачать. Но 500 это очень дорого. Давай, наверное, 350. Пусть 350 стоит. Вот. А, маги-волшебники вот эти здесь, конечно же, ребята. Это просто задница натуральная. Грибочки. Я уже, на самом деле, подзабыл даже, ребята, этот ад. Что здесь сейчас будет у нас происходить? Кабачочек обязательно. Этого берем, этого берем. И еще оп, косарик. Вот так вот. Let's go. Давай. Все. Кстати, у нас грибочечки будут. Побольше, побольше, конечно же, дружище. Они очень быстренькие. Раз, раз, раз. Грибов вообще куча будет. Это все грибы. И вот начинается самое, конечно, неприятное, ребятки. Какое, блин, дело. Ну ничего, мы драконов поставим. Будут работать как надо. Так, грибы, давайте, 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 зажигайте. Мои маленькие, хорошенькие. Давай, вот это вот надгробие уберем. Да, сейчас будут переть наши братюнчики. Так, вот так вот. Все, хватит. Сейчас копим, 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 ребята. Копим, 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 накопили. И теперь сюда, 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 конечно же, ребята. Этот дракончик должен... Ух, ну как нехорошо, как некрасиво здесь вот прям. Так, есть. Сейчас мы его заморозим и тут мину поставим. Так. Отлично. Мина должна вроде как успеть взвестись.
Так, есть. Ну, а теперь другой разговор пойдет. Теперь должен пойти другой разговор, ребята. Там, когда маги, конечно, будут, это будет жопа. Ну ничего. Так. Хорошо, драконы мои, давайте вперед! Валите, мои хорошие! Давайте, я прям верю в вас. Должны все сделать как надо. Не, ну понятное дело, что надо, наверное, совмещать. Вот даже обычный, ребята, горохострел, если взять, да, и сзади его поставить, то уже все будет супер, понимаешь? По идее, нам так и нужно сделать. Так, вот сюда поставим. Нужно еще грибов поставить. Растите, растите, давайте! Ледяной дракон — это саппорт. Да-да-да-да-да-да-да. Вот я это и хотел, конечно, сказать. Но ничего. Ничего. Не переживай, братюнчик. Мы еще тут выстоим. Ребят, я все верю, что это такая дикая имба. Да, это, конечно, саппорт. Так. Давай. Так. Да, и вот сейчас начинается жопе. Ребята, жопе начинается, это правда. Так, грибочечки, давайте, мои хорошие, мои родимые. Есть. Гад, да какой ползучий, это Дед, а? Смотри, что делает. Не, я все равно пройду, ребята. Если я захотел, я пройду этот уровень даже так. Давай, деда, фигач его. Давай. Красава, молодца. Отлично. Давай, фигач его. Ну, тут как-то немного, ребятки, хреново становится. Если честно. Давай! Дрёна вож! Я верю, давай! Мужики, вперед, работаем! Ну-ка! На, грибочек скушай. Говнюк. Сейчас дядя Кабачок задаст вам жару. Сейчас дядя Кабачочек там вам задаст. Чувачки. Погодите. Отлично. Гады, 350 жруть. Вы совсем козлы охренели, одурели. Такие бабки сжираете у меня, ненормальные. Ну, говнюки, а? Ну, говнюки. Сейчас поплатитесь за это. Так. Рож. Блин, ну ты свинья, конечно, Дед. Ты что-то совсем одурел. Так, спокойно. Давай, быстренько. Ну, давай, сюда, оп, бам. Есть. Красава. Хорошо, отлично. Так, замечательно пошло. Блин, чисто с саппортами играем, ребята. Ну вот это настоящий хардкор. Просто одуреть, смотрите. Это настоящий хардкор. Грибочек покушайте.
Бля, слушай, я сам себе умею просто хардкоры делать, ребята, казалось бы. Ну не должно быть здесь хардкора, тут легкий уровень. Мы делаем супер хардкор, мега хардкор, ребят, чтобы по красоте было. Просто смотри, что происходит. Мы тут реально ненормальный просто хардкор делаем. Ты посмотри просто на это, брат. Ты посмотри. Тихо, 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 братюнчик, погоди. Сюда вот, давай, 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 сюда. Спокойно, 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 сюда, отлично. Сейчас у нас и вишенка должна поспеть. Нормально, ребята. Так, ты погоди, братюнчик, погоди. Да, я вижу, что сжирает, конечно, сволочь такая эдакая. Нашего дракона трогает. Дракоша тоже, блин, вот тебе и на. Пойдет, пойдет, ребята, пойдет. Спокойно, спокойно, спокойно. Ай, сжирает. Ай, козел. Ай, козлина маленькая. Что ты творишь? Что ты творишь? Что ты творишь вообще? Так, дядя Кабачок должен здесь тут разобраться немножечко. Давай! Ля, красавчик просто. А, я не знаю. Дядя Кабачок молодец. Так, вот тут уже не очень молодец. Тут немного плоховастенько, ребятки. Так, ну, дело пахнет, конечно, немного нехорошо, скажем так, ребята. Скажем, если честно, вообще плохо пахнет. Это как-то такое дело, но должно все получиться как надо. Погоди, погоди, погоди. Братюнчик, погоди. Ой-о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 й. Вишня, 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 давай, 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 быренько. Ой, там жопа, ой, там задница горит прям. Пойдет, пойдет, ребята, да, мы тут немного фланг отдаем, но что делать? Блин, говнюки-то какие проклятые, а? Ну-ка, кабачочек в атаку. На, красава просто, красава, красава, братюнечек. Давай, аккуратно. Я не знаю, хардкор там, где не должно быть, ребята. Смотри, что творю. Дерьмоед, а? Смотри-ка, что делает. Смотри-ка, сжирает. На, пожруй. Ничего, ничего, ничего. Выстоим, 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 пацаны. Стоим! Стоять, стоять. Стоять! Молодцы, 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 молодцы. Дракон один есть. Шикардос. Так, этот гриб будет жрать. Пока жрет, мы вот так сделаем. Так, стоим бы. Гриб опять жует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, жует, жует потихоньку, ребята. Жует. Плохо. Хорош. Тут странно, конечно, как лучше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихонько, тихонько, ребята, тихонько думаем, как лучше. Ну, тут понимаю, как лучше, конечно. Блин, говнюки сратые. Смотри, куда идут, а? Грибы наши. Наши грибы трогают. Ну, тут пусть проходят, ребята. Что делать? Придется полянку им отдавать. Хотя фиг его знает, ребята. Отдадим так, походу, и навсегда. Блин, жрут, жрут, жрут! Мама! Everybody! Пипец их просто, смотри. Этих говнюков, блин. Ну это жопа конкретная просто, дядя Вась. Просто волшебников этих, как не знаю кого. Да посмотри, волшебники, блин. Да реально, ребятки, ну не надо волшебнить. Ребята, магия вне Хогвартса запрещено законом. Пожалуйста, не надо. Вот так вот, давай, кабачочек, давай. Ля, красавчик просто, а. Офигеть, офигеть, все, сука, превратили, блин, я не знаю. Ну,
Ты просто посмотри. Все превратили. Мама. Мама, не горюй! Куда вы, суки? Ну ты... Ты посмотри просто. Сраные волшебники. Охренеть. У меня чисто... Посмотрите. Чисто стадо осталось. Все. У меня стадо, ребята. Кайф. Не, нахрен. Это пипец какой-то. Ребят, переигрывай. Ну это просто... Вот если бы мы взяли даже горохострел, уже бы совсем по-другому игра бы шла. Ребята, ну это просто жесть какая-то. Боже, я все этих драконов... Давай-ка карамбулу возьмем, блин, и не будем париться. Все, берем ее, ребята. Так, все будет круто. Let's go, ребята, пипец. Армия овец, ребята, прикиньте, у меня остались... Вот моя армия, блин. Жесть. Все, ну сейчас точно будет конфетка. Смотри. Так, готов, ребята, сейчас будет все шикарно. Давай, ставим. Да не, это легкий уровень, просто я-то по хардкору хочу, естественно. Так, ладно. Ничего, могила Еда можно не брать. Все и так хорошо будет. Так, замечательно. Та-т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 а. Так, стопы. Вот, нам уже выдают хотя бы. Все, сейчас, все будет шикарно. Все. Осталось только это. Вот. Смотри. Что мы делаем? Ну, еще по факту надо бы уже его стопать. Пойди, братюнчик. Пора карамбулу-то на самом деле уже тут ставить. Ладно. Потом этот ряд уберем, если что, ребят. Так, к слову. Отлично. Не, ну сейчас-то мы точно пройдем. С карамбулой, ребята, это my love forever. Все, сейчас можно успокоиться, расслабиться. Ну, почти, ребята. Ладно, тут, в принципе, какая-то жопа-то приближается к нам. Ладно. Хорошо. Сюда давай. Отлично. Все, будем вот так вот делать. Ребятки. Дело пойдет на ура. Это не очень хорошо, конечно. Блин, этих волшебников. Ну, зато они грибы сейчас тут будут нам. Так, ну думаю, все-таки вишню надо будет вот так вот сделать. Так, карамбола еще нам нужна. Обязательно. Так, пойдет, отлично. Все. Ну смотри, что делает. Смотри. Что там происходит? Так. Хорош. Ой, тихо. Там мина у нас есть. Отлично. Так, еще одну карамбу ставим. Вообще прям на ура все пошло. Охренеть. Казалось бы, да, ребят? Посмотри на это, а, ля.
Так, стоямба. Это не используем, нет, вишни нам понадобятся чуть попозже. Так. Кайф. Просто кайф, ребят. Ну, тут на самом деле, наверное, все-таки вишню я... Да, вот так вот. А этот выжил все равно. Ну, козел какой, а. Выживает еще там. А все, уже не выживает. Я не знаю, ребят, можно дальше нам вот сюда вот сажать. Так, следующая карамбола. Другой разговор, вообще другой разговор. Так, отлично. Минус гаргантюа, охренеть. Кабачочек плюс вишня. Вау. Так, ну тут вот, конечно, да. Ладно, держимся. Тут потерпеть придется. Так, кабачочек, let's go. Должен. Красавчик, просто молодец. Гаргантюа стопаем. Минку ставим ему. Дальше нам нужно еще этих поставить. Мина не взвелась. К сожалению. Я вон дракона, конечно. Ладно, ничего. Так, так. Можем вот так вот поставить, пока тут время будет. Слушай, ну хорошо, а? Хорошо, мне прям нравится. Все, прошли, боже, мама. Или прикинь, сейчас что-нибудь случится, как оно и бывает, кстати, ребята. Под конец какая-нибудь задница. Но я думаю, тут уже... Блин, серия и так вообще топовая получилась, потому что там... Ой-ой-ой, стоять! Стоять так. Проблема. Так, нам нужна, конечно, вишня тут определенно. Все отлетает, господи. Да какого, блин, фига? Я даже не успел ничего сделать. Сюда можем поставить еще даже. Все, тут пипец какой-то, ребята. Ну где там финалочка? Let's go. Я уже жду. Так, давай сразу этих валим.
Два гаргантюа там. Если что. Пец. О. С каждого бы гаргантюа так выпадало, а? Ну посмотри, жизнь бы намного лучше была бы, я тебе скажу. Все, хорош, ребята, прошли. Кайф. И мы с тобой получаем ключ от пиратов. Боже мой, что же там у пиратов-то нас ждет? Я даже не знаю. Боже ты мой, что нас там ждет у них, а? Ну, вроде как легкий уровень, да, ребята, но... Ладно, так, на сегодня мы, наверное, все-таки закончим серию. Вот. Все равно у нас сегодня, ну, так прикольненько мы с тобой поиграли. Надеюсь, вам зашло. Следующая серия обязательно будет чуть подольше. Вот, не забывайте также залетать в Телеграм. Бай-бай, дорогие братья.